фрезерный станок ФСШ-1К, коречка шариковая, шарики все поменянные, на валу стоят подшипники СКФ, на двигателе стоят подшипники СКФ, двигатель увеличенной мощности, 7,5 кВт, естественно, две скорости, шкивной передачи только меняются, электрика уже вырезана, ну, все сделано более-менее примитивно. К нему же также гусек, высота вала 180 мм, включаем станок, биение на валу всего 2 сотки. Станок в шикарном техническом состоянии. Собственно, вот она, кареточка. Полностью готов к эксплуатации.